Пазы оборудованы современными средствами безопасности, в том числе спутниковой системой ГЛОНАСС и кнопкой экстренного вызова. Важно, чтобы дети добирались до школы в комфортных и безопасных условиях, отметил губернатор Вениамин Кондратьев. Отмечу, что в соответствии с потребностями муниципалитетов транспорт приобретен различной вместимости. Данная партия школьных автобусов приобретена за счет краевых и районных средств. Всего 340 миллионов рублей. Сегодня в школах региона работает 1031 автобус. В прошлом году было приобретено 200 школьных автобусов. В преддверии текущего учебного года для школ края мы передали еще 107. Ключи от новых комфортабельных автобусов сегодня вручала заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова. Она отметила, что еще 3 года назад вопрос с перевозкой учеников стоял остро. Школьный транспорт нуждался в обновлении. Острота этой проблемы на сегодняшний момент снята. Мы, конечно, будем эту работу продолжать, но самое главное, что сегодня на линию уже не выйдут автобусы старше 10 лет. То, что предусмотрено федеральным законодательством, и то, что предусмотрено нормами безопасности. Вот это самый главный вопрос – обеспечить безопасность перевозок. Расширение школьного автопарка продолжится за счет федеральной поддержки и благотворительных программ. Сегодня на школьных автобусах добираются на занятия 50 тысяч учеников.